Аккуратно, аккуратно. Это, блин, противно. Привет. Твой любимый Симба. 5 минут коту под хвост. Это не работает. Call me Chris. Блоги и реакции. Озвучил, говорит Макс. Поддержи озвучку, подпишись. Всем привет, с возвращением на мой YouTube-канал и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я Call me Chris, и зовите меня Крис. И сегодня у нас очень особенный гость. Его зовут... О, он сюда уже идет. Я его даже... Если спросите, я его даже не звала. Зовите его Кевин. Твоя морда не в камере, давай сюда. Да, садись, давай. О, его зовут Call Me Kevin, и он сегодня в нашем шоу, и мы сегодня будем делать 5-минутные подделки, и ты не будешь на меня злиться. Мы сегодня поэкспериментируем, и все будет хорошо, ты получишь много угощений. Сегодня мы будем пробовать 5-минутные подделки. Я взволнован, я эту собаку очень люблю. Если вы не знаете, это Кевин, моя собака. Он мой сын, люблю его больше всей жизни. И он очень огромный. Привет. И он очень хороший мальчик. Но не будем терять времени. Давайте делать подделки. Мы сделаем это. Кевин, давай сюда. Сюда. Садись, смотри сюда. Ты готов? Мы будем смотреть. Надо смотреть, что мы будем делать. Ты должен быть в кадре. Так, нам нужно принять ванну. Принять ванну. О, нет, он не принимает ванну. Что происходит? О, у нас такого нет. Что за фигня? Кладут туда корм? Нет, все хорошо. Все хорошо. Понятно, оно прикрепляется к стене. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Пойдем, сделаем, пойдем, пойдем. Итак, первая проблема, у меня нет этой хлопающей штуки, но у меня есть лоток для льда. И его можно приклеить к стене. Только нужно достать лед. А потом я положу... Черт, Кевин, туда вкусняшки. И все получится. Давайте это сделаем. Надо приклеить это к стене. И мы используем клейку-ленту. Моя любимая. Верно, Кевин? Он знает. Я исправляю им все проблемы. Когда видео будет уже опубликовано, я буду уже в другой стране. Сейчас сделаю хитроумное изобретение это и вернусь к вам. Оказывается, что лента-клейка не прилипает к этому, как бы это ни называлось. Так что я просто положу это в душ, закину туда угощений и посмотрим, что получится. Погнали. Вот наше угощение. Кевин, сюда. Поболтай минутку с тобой. Я ненавижу душ. Посмотрите, какой маленький у меня душ. Он сюда не вместится. Я его закрыла сзади, вот как приходится жить. Я просто поставлю это вот сюда. Кевин, сюда. Что здесь, вкусняшки? Давай, ко мне сюда. Входи. Внутрь заходи. О, будет так весело. О, нет-нет. Посмотри, вот тебе угощение. Вот здесь. Так, уберу свои тапки. Итак, готов? Смотри угощение. Это по лайфхаку из интернета. Все хорошо, давай, кушай. Вкусняшки. Ммм, вкуснотища. Не обращай на меня внимания. Здесь ничего не происходит, ладно? Все будет хорошо, все будет хорошо. Гребаный лайфхак из интернета. Это не работает. Смотри, ммм, вкусно. Тут безопасно, клянусь. Ладно, это перебор, идем дальше. Что мы делаем дальше? Давайте посмотрим. Очень холодно. О, боже мой. О, она на него наденет свой носок. Иди, посмотри на это. Смотри. Давай. Прыгай, прыгай, прыгай. Давай сюда. Сюда, посмотри. Давай, прыгай. Мы на тебя наденем свитер. Бог ты мой, нам нужен будет носок побольше, чем этот. Вот черт. Ладно. Мы сделаем все. Все будет красиво. Ты можешь быть красивым. О боже. Это будет странно. Это будет странно. Давайте пробовать! Короче, нет носка такого размера у меня, чтобы надеть на этого чертова волка. Так что я выбрала две майки, и пускай Кевин выбирает. Ты хочешь быть похожим на пчелку волка, или вот эту футболочку с гороскопом тай-дай? О, тебе нравится она, да? Хорошо, ну давай я тебе покажу еще одну. Я должна дать тебе выбор. Хорошо. Или, я думаю, вам понравится, потому что вам она очень пойдет. Майчка с Кинг-Конгом. Что выбираешь, большой мальчик? Ага, вот это или вот это? Ты хочешь выглядеть как простая сучка? Ладно, хорошо, давай. Да, я знаю твой вкус, приятель. Когда-нибудь я тебе сделаю фраппучино с таким рисунком. Давай попробуем надеть, потому что нам холодно, и, пожалуйста, не злись меня, приятель, хорошо? О, ты такой милый. Ну ладно. Но ты такой хороший мальчик. Хороший мальчик. Почему я не сделал этого лет раньше? Все в порядке, надеюсь, ты не сможешь ходить? О, боже мой, он такой красавчик. Посмотрите на него. Смотри в камеру. Сидеть, сидеть. Хороший мальчик. Посмотрите на это. Замечательно. Надо снять это крупным планом. О, боже мой. Просто зови меня Бритни. Привет, приятель. Дай пятюню. О, да, ты сделал команду просто отлично. Ты такой красавчик. Оставлю тебя в этом до конца видео, потому что мне нравится. Отличный лайфхак, хотя это рубашка не носок, но я доказал, что все работает. Едем дальше. Так, Кевин больше не желает смотреть, поэтому я буду смотреть. Так, вы не можете сфоткаться. Честно, Кевин хуже всех умеет фотографироваться. Не заставить смотреть в камеру и прочее. Мне нужно испортить пару наушников и теннисный мяч. У меня нет мяча. Кевин идиот, он не играет в мяч. Так, ладно, будем импровизировать. Ну что ж. У нас же шоу.
Нет, ты это испортишь. Сядь. В общем, у меня нет теннисного мяча, и я не хочу ломать наушники. Поэтому мы сделаем вот так. У нас есть клейкая лента и телефон. И я нашла вот такую пиццу-печеньку для него, потому что он сладкоежка. Он любит такое. Так, сидеть. Так, он будет на это смотреть, и мы сделаем пару фоток. Сидеть. Так, а теперь жди. Давай присобачим это к моему телефону. Нет, все будет хорошо. Он ненавидит ленту, как эта мама. Так, я просто приклею это вот сюда. Кевин, все будет круто. Посмотрите на это. Вот наш телефон, и будем делать фотки. Давай сюда. Сидеть. Готов? Это работает! Хорошо, ты сейчас получишь пиццу. Покажем вам пару трюков. Пожмите мне руку, сэр. Пожми ее. Жми. Другую лапу. Отлично. А теперь ложись. Лежать. Вот это такой хороший мальчик. А теперь встать. И... да. Вот, держи вкусную пиццу. Отлично работает. Теперь все. Перерыв обеденный. Антракт. Мы скоро вернемся. Кев. Давай, у нас еще есть пару лайфхаков на 5 минут. Я знаю, это ужасно. Давай, сюда. Давай. Все будет хорошо. Зловонное дыхание. Эй, это про тебя. Давай сюда. Дай мне понюхать твое дыхание. Дай понюхать. О, боже, ты что, так что чихнул? Прямо в мой рот. Что ты делаешь, а? Блин, это противно. Фу. Я сделаю это. Я засуну щетку прямо тебе в рот. Мне нужно приклеить щетку к моему пальцу. И как мне это сделать? У меня нет перчаток. Что-нибудь придумаем. Итак, сейчас будем чистить зубы щеткой Кевину, чего никогда не делаю, окей? И твое дыхание, оно зловонно. Так, пойду кое-что возьму. Я думаю, у меня кое-что есть типа зубной щетки. Паркур! Но знаете, чего у меня нет? Это новое, я ее не использую и больше не буду. Теперь это Кевина. У меня нет перчаток, поэтому... Эй, тебе нравится? Ты же не чистишь зубы. Клейкая лента. Я просто приклею ее к моему пальцу. У меня много проблем с чисткой его зубов, поэтому я использую одну из тех собачьих зубных щеток. Это может сработать или не сработать, и мои пальцы будут смердить, и мне их нужно будет мыть раз в 12. Отлично! Кевин, сюда. Сюда. Ему не нравится клейкая лента. Запрыгивай. Давай сюда, я дантист. Сидеть. Окей, я засуну палец себе в рот и спрошу, как прошел твой день. Потому что это то, что делают дантисты. Хорошо, готов? Похоже, это работает. Ты хочешь помочь? Ладно, нормально. Ой. Подожди. Я дантист. Да не ешь зубную пасту. Мой палец приклеен там, не надо. Нет, стой. Ну почти. Почти получилось. Вроде работает. А нет, хрень. Он ест мой палец. Ау. Он не понимает разницы. Нет, Кевин, нет, не надо, пожалуйста, не надо. Я ее уберу. О боже мой, он не откажется. Теперь он ее ненавидит. Он хочет реванша. Подожди. Боже, я не могу ее снять. Нет, пожалуйста, не надо. Оно не снимается. Но хорошо. Okay. Так, нам нужно будет... А, никакой стрижки ногтей, Кевин это ненавидит. Я не знаю, есть ли у меня подстригатель ногтей собак, но что-нибудь придумаем. Пленку на мою голову и консерву прямо на лоб? О, боже мой! Давайте пробовать, наверное. Итак, последнее, я не знаю, получится ли. Консерв у меня нет, чтобы мазать мое лицо, но мне вроде бы есть рукав для запекания и арахисовое масло. Так что давайте это попробуем. Это будет ужасно. Рукав для запекания, арахисовое масло, ножницы. Нет, я не буду ими стричь ногти, я хочу вам просто показать, как бы сымитировать. Посмотрим, отвлечет ли его это. Понимаете? Ну давайте. Кевин, ты где, приятель? Все хорошо, ты знаешь, мама сошла с ума просто. Это не новость. Я думаю, мне нужно тщательно обернуть вокруг головы. Я бы не хотела, чтобы арахисовое масло и собачьи слюни попали на мои волосы. Это самый глупый лайфхак. Кевин! О, боже мой, волосы выпирают. Ну ладно, вроде бы все. Хорошо. Кевин, вернись. Кевин, ко мне! Черт! Кевин, ко мне! Только что мой папа такой... Ладно, масло. Вкусно. Кевин, смотри. Что это? Твой любимый Симба. Слишком много тебе нельзя, а то вымахаешь еще больше. Так, включаем Симбу. Кевин, давай, прыгай. Наверх. И сидеть. Хороший мальчик. Давайте пробовать. Вот мой симулятор-ножниц. Итак, готов? Можно вашу лапу? И теперь ты можешь лизнуть мой лоб. О боже, это работает. Мне это так не нравится. Фу, очень мокро. Он облизал мне брови. Так и сказала. Режем. Я не режу на самом деле. У меня мокрая голова. Мокрый лайфхак, это то, чего вы хотели, да? Давай другую лапу. О, это работает. О, боже мой. Ну ладно. Все, хватит. Мне мокрая голова.
Но что, ты счастлив? Я счастлива. Ну ладно, спасибо, что смотрели это. Я думаю, Кевину было весело. Он получил много вкусняшек. И он выглядит как важная шишка. Да, мне это нравится. Мне кажется, футболка ему правда понравилась. Потому что обычно он сам все снимает с себя. А эту нет, и мне это нравится. Давай лапу на плечо. Лапу. Спасибо, сэр. Спасибо. Ты сегодня так себя хорошо вел. Я горжусь. Если вы ненавидите собак, то не лайкайте это видео, понятно? На самом деле вы обязаны лайкнуть, потому что вы разобьете ему чувства. И также не забудьте подписаться на озвучку, если вы еще этого не сделали. И напишите еще, какие видео вы хотели бы, чтобы я сняла. Ребят, я вас ценю, и Кевин тоже. Я люблю вас. Мы вас любим очень сильно. А Кевин, он попал языком в мой рот. В общем, до встречи в следующем видео. Хорошо? Пока. Давай лапку. Пока. Вот так. Пока.